Махатхир Мохамад, заняв пост главы правительства Малайзии в свои 92 года, стал старейшим человеком в мире, избранным на пост премьер-министра. Впервые доктор Махатхир Мохамад стал премьер-министром Малайзии в 1981 году, когда ему было 56 лет, и покинул этот пост в 2003 году. В предыдущий раз он был четвертым премьером Малайзии с момента обретения страной независимости от Великобритании. На всеобщих выборах, прошедших в Малайзии 9 мая, оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом одержала победу, впервые в постколониальной истории страны отобрав власть у коалиции Бориса Националь, Национальный фронт, который в прошлом руководил сам Махатхир Мохамад.